Я смотрю, все показывают свою еду в Инстаграме, а я хочу показать вам свою. Вот у меня кефир и трубочки вафельные. Что внутри, не знаю, то ли повидло, то ли что. Потом узнаю, что за вкус. Вот такая еда на обед. Подписывайтесь на мой канал, и я еще кое-что выложу потом. Вот такая вкусная еда.